Мажилисмены встретились с южноказахстанскими предпринимателями. Депутаты парламента Уалихан Бишимбаев и Шалатай Мырзахметов обсуждали с бизнесменами послание главы государства и реализацию проектов, связанных с развитием предпринимательства и созданием в регионе новых рабочих мест. Шалатай Мырзахметов также интересовался мнением бизнесменов о новом законопроекте о регистрации юридических лиц. Сейчас мы обсуждаем законопроект, связанный с изменением сроков регистрации юридических лиц от 1 до 3 дней. Также предусматривается и электронная регистрация. Эта процедура займет 15 минут. Поэтому я хотел выслушать ваше мнение и предложение. Чтобы развивать новые производства, нужна рабочая сила и молодые специалисты, считает Уалихан Бишимбаев. Но, по его словам, сегодня казахстанская молодежь предпочитает получить диплом элитных профессий. В итоге технические специальности не осваиваются, а на рынке труда не хватает каменщиков, сварщиков и слесарей. Основной приоритет, на который глава государства уделяет внимание, это получение профессии. После школы он должен получить профессию. Так вот. И после школы, получив профессию, он должен начать свою жизнь, работая на производстве. Все предложения и рекомендации, озвученные предпринимателями, по вопросам регистрации юридических лиц, мажилисмены намерены донести до своих коллег в парламенте.